Здравствуйте, дорогие мои зрители и гости моего канала. С вами Татьяна Егорова-Речкалова, предприниматель из города Ростова-на-Дону. Снимаем сегодня с оператором Богданом для вас палантины. Значит, должна вам сказать, что цена на палантины на Павлово-Посадской мануфактуре уже поднялась. И закупочная цена даже по моим оптовым ценам выше, чем я для вас продаю, показываю сейчас. Итак, давайте вместе с вами посмотрим. Макоганчук Инна, рисунок 10458, вид 2. Должна сказать, что на мне сегодня бусы, вернее, сатуар «Нежность» от Ирины Сергеевны Белицкой и бусы, и серьги с аквамарином. Они в продаже, их можно будет, будут аквамарины, их можно будет купить. Так, теперь по палантину. Палантин шерстяной, 80 на 230, 1800 рублей цена. Макоганчук Инна, рисунок 10749, вид 5. 100% шерсть, размер 80 на 230, 1800 рублей. В основе этого рисунка Макоганчук Инны лежит старинная картина, но в данном случае он звучит как рисунок 10646, вид 1. Это шерсть, очень стильный палантин, 80 на 230, 1800 рублей. Повторюсь, рисунок в стиле старинных картин. Рисунок 10216, вид 4, Макоганчук Инны, город котов у нас вот такой, размер 80 на 230, шерсть 1800 рублей. Этот шедевр написан в стиле картин импрессионистов. Очень объемный, но рассматривать его вот нужно как бы со стороны, с нескольких метров. В данном случае он звучит как 10171, вид 5, автор Макоганчук Инна. 80 на 230, 1800 рублей. В основе композиции этого палантина лежит самая известная картина Густава Климта, 1908 год, называется «Поцелуй». Макоганчук Инна, рисунок 10217, вид 16. 80 на 230. 1800 рублей. Макоганчук Инна, рисунок 10497, вид 2. 80 на 230, 1800 рублей. Повторюсь, это все 100% шерсть.
очень теплый, я бы сказала, горячий по цветовой гамме палантин. Рисунок 10-360, вид 5. Макоганчук Инны. 80x230. Шерсть 100%. 1800 рублей. Следующие три палантина я бы озаглавила «Времена года в городе». В данном случае это весна. Макоганчук Инна, рисунок 10-168, вид 1. Макоганчук Инна, рисунок 10-168, вид 10. Жаркое лето, 1800 рублей стоит любой палантин. Шерсть 100%. Тот же самый город, рисунок 10-168, вид 13. Вот я бы сказала, что это осень. 80x230, 1800 рублей. Орнаментальный рисунок 10-794, вид 9. Макоганчук Инны. 80x230, 100% шерсть. Мне бы хотелось его показать еще и вот таким образом. Поверьте, несмотря на его толщину, палантин очень теплый. 1800 рублей. Макоганчук Инна. Рисунок 10-755, вид 13. Воздушный, летящий и одновременно очень теплый. 100% шерсть. 80x230, 1800 рублей. Рисунок 10-494, вид 3. Макоганчук Инна. 80x230, шерсть. 1800 рублей. Давайте я и его покажу на себе. Вот так. У нас в комнате немножко прохладно, потолки высокие. Но вот, вы знаете, сразу вот совсем как-то по-другому. 1800 рублей. Рисунок 10-756, вид 15. Все сегодняшние шедевры, то, что я показываю по 1800, нарисованы для вас Макоганчук Инной. 80x230, 1800 рублей. Следующий вид палантинов будет меньше по размерам, плотнее и очень сложного рисунка. Итак, Фадеева Валерия, русалка, вид 63. Фантастический рисунок. 70x200, 2400 рублей. Хочу показать вам его еще и вот так. Вот так он будет. И вот так. Жукова Елена, 4 ветра, вид 66. 70x200.
Значит, смотрите, это шерстяной палантин с шелковой бахромой. 2400 рублей. Жукова Елена, 4 ветра, вид 68, шерстяной палантин с шелковой бахромой, 70/200, стоимость 2400 рублей. 4 ветра, вид 64, Жукова Елена, 70/200, шерстяной палантин с шелковой бахромой, 2400 рублей. Жукова Елена, 1001 ночь, вид 51, шерстяной палантин с шелковой бахромой, 70/200, 2400 рублей. Давайте я его тоже покажу на себе. Если есть искажение цвета, значит, смотрите, поле нижнее у него оливкового цвета. Красота невероятная. Две тысячи четыреста рублей. Сухаревская Татьяна, палантин царский, вид 52, 70/200, шерстяной палантин с шелковой бахромой, 2400 рублей. Что-то нитка какая-то прицепилась. Так, сейчас мы ее попробуем отцепить. Что это такое? 2400 рублей. Палантин царский, вид 53, Сухаревская Татьяна, 70/200, шерсть с шелковой бахромой, 2400 рублей. Хочу показать вам еще. Смотрите, вот это натуральная Павлово-Посадская мануфактура. Вот так выглядит бирка. Шерсть, шарф палантин, шерсть меринос 100%. Сайт Павлово-Посадской мануфактуры платки.ру. Выглядит сайт вот так здесь, по-моему, он. Платки.ру. Вот, смотрите. Вот название сайта. Вот так это выглядит. Ну что, я заканчиваю свое сегодняшнее видео. Снимали для вас Татьяна. Оператором у нас был сегодня Богдан. Богданчик, иди сюда, покажись. Покажись, покажись, какой ты у меня красивый. Для вас показывала Татьяна, оператором у нас был сегодня Богдан. И мы желаем вам всего самого-самого доброго. Будьте здоровы. До новых встреч. Да выключать будет. Ну вот сейчас подойдешь и выключишь, ну а там обрежешь.